Сейчас иду, возвращаюсь поздно. Всем приветик, девочки, да. Возвращаюсь поздно. Ну, как поздно уже? Еще, вернее, 10 час. Ну, почти 10, там, без 15. Что-то иду, оглядываюсь. Раньше вообще никогда как-то не боялась. Идешь вечером, ничего не боишься. Тут по дороге у нас ни собак, ничего не встречается. А тут как-то на днях дочери забрался медведь прямо в этот... во двор к ним, вот, и в центре города вообще, где огромный гипермаркет, огромный, ну, центр города, а у них частный дом. Ну, я показывала в прошлом видео, где сумочку-то показывала свою, там этот сад я показывала, пионы древовидные, потом земляничку с розовым цветом, и там немножко деревьев в садике у них видно. Ну, небольшой участок, вот, и там видно, что вот именно на этом участке был Мишка. Я попробую вставить кадры, фотографии, но я не умею через телефон вставлять в программе видеомонтажа, не умею вставлять кадры, мне кажется, они не вставятся, но попробую, по крайней мере, если я сейчас выпущу это видео, значит, я смогла вставить. Так что вот, что-то как-то мне страхово. Мне в лес-то раньше было страшно выходить одной, а теперь еще и по городу передвигаться. Но у нас-то, видите, деревня, тут у нас вообще как бы само собой должны были быть. Вот так вот иду, оглядываюсь. Но обычно предупреждение бывает. У меня айфон, и он орет как ненормальный, если поблизости медведь. Ну, это может быть тогда, когда кто-то видит и подает сигнал общий. А так, если его никто не заметил в один момент, и как тогда? Получается, сигнала не будет. Вот. Ну, ладно. Всем пока. Попробую вставить кадры. Если что, смотрите. Этот медведь был у них часа три. Он пришел утром. Я не знаю, во сколько, с трех ночи, по-моему, дочь сказала. При том, что они даже не слышали его вообще. Так смешно получилось. Им звонили соседи, стучали и все. А у них второй этаж, заход с первого, и они не слышали просто вообще, что там кто-то стучал, кто-то звонки, телефоны-то отключены на ночь. Получается, когда уже все улеглось, уже медведя увозили, то наши проснулись, вышли и увидели толпу людей. И очень удивились, что они такие все раздраженные. Но, видимо, они так потом поняли, что это, наверное, потому что люди три часа мучились, не могли медведя достать. Им же ворота никто не открывал, а он через ворота перелез. У них металлические кованые ворота. И, ну, там видно, вот, наверное, на прошлом видео участок этот. И он перелез через ворота двухметровые, перелез к ним прямо в ограду. Вообще удивительное событие, конечно.